Здравствуйте, я Диана Строгая, это мой канал. И сегодня, дорогие мои подписчики, я вам расскажу о бизнесе под ключ. Вот на каком оборудовании я копчу такие замечательные копченые уточки, курочки, мясо, делаю колбасу и сардельки. Дальше я вам расскажу об оборудовании. Это коптильня «Москита», сушильно-вялочный шкаф. Это нужно вам будет для того, чтобы вы понимали, как вам организовать вечный бизнес под ключ. И чтобы вы могли вот у себя дома делать вот такую вот замечательную продукцию копчености высочайшего качества. Смотрели весь мой ассортимент в очередной раз. И пока у меня есть такая возможность, пока сушилка пустая, потому что я сейчас перевесила колбасу прогреваться в коптильную камеру, а сушилочка новая, красивая, она пустая. И я сейчас, пока она не работает, не шумит, имею возможность вам просто-напросто про нее все-все-все рассказать. На заре своей коптильной деятельности, когда я собиралась приобретать коптильню, вот, и, ну, Вселенная подсказала мне как раз вот, что нужно обратиться к Вагану. Он меня очень сильно уговаривал, потому что, ну, в те времена я тоже так же, как и вы, человек очень прижимистый, и деньги умею считать. Вот, и я думала так, что я куплю только коптильню, вот, ну, а так как я, ну, читала, знала, что продукт перед копчением обязательно, после того, как вы его вынули из рассола, вот, его нужно повесить, обсушиться, чтобы он был сухенький. Я думала, что, ну, я обойдусь своими обыкновенными кустарными способами. Какой кустарный способ? Я думала, ну, развешу вот здесь вот где-нибудь, вот, поставлю обыкновенный вентилятор, вот, и у меня все обсохнет. Ваган мне сразу сказал: Диана, не даже вот, ну, не заморачивайтесь, я вам вот от души советую, берите сразу комплексом, берите коптильню определенного размера, какую выберете, и берите сразу сушильно-вялочный шкаф, вот, и в общем-то, он оказался настолько прав, что потом, когда я уже, понимаете, у меня пошел процесс копчения, я поняла, насколько это удобно, когда у тебя все одной модификации, вот, то есть, сейчас я вам объясню, вешала взаимозаменяемые, что в коптильне, что в сушильне, и это очень удобно, когда у тебя коптильня и сушило-вялочный шкаф сразу, потому что очень много вариантов, нужно повесить, просушить, потом в коптильню, потом из коптильни бывает, ты достаешь, здесь вешаешь еще дополнительно, обсушиваешь, то есть масса всяких преимуществ, еще одно огромное преимущество. Сделан комплекс коптильный у Вагана таким образом, что коптильня отдельно, сушило-вялочный шкаф отдельно. Когда вы тоже, я знаю, те, кто коптильщики собираются приобрести, они пролезут весь интернет и говорят: Диана, а там вот есть такие коптильни, где в коптильне вот она сразу и сушит, она и коптит, и туда, и сюда. Ребята, это неудобно. Удобно, чтобы у вас был процесс неостанавливаемый. Отдельно сушится, отдельно коптится. Цикл не прерывается. Вы представляете, если у вас и сушилка, и коптилка в одном флаконе? Так вот, я продолжаю свой спич. Вы уж меня в этот раз послушайте. Потому что я выпущу видео, а мне потом начинают вот задавать вот эти вот все вопросы. Я разжевываю все, ну просто вот объясняю на пальцах. Потому что я не теоретик, я практик. И вот это вот все, что вот вы здесь видите, я вот эту всю сушилочку, я эту коптилочку, я эти вешала, я этот вентилятор, все. Я прощупала своими руками. Я знаю, как ведет себя это оборудование, когда ты на нем работаешь, когда у тебя вал. Например, перед Новым годом. Так вот, я возвращаюсь к тому, что когда совмещенная коптилка с сушилкой одновременно, это неудобно, потому что цикл прерывается, куски копчения бывают очень большие, их нужно обсушивать. Обсушивать нужно до такого состояния, чтобы оно высохло, обсохло до потери веса от 7 до 10%. Но бывает, смотря что вы коптите, бывают тут большие гуси, бывают окорока. Вот, и это занимает по времени, ну долго, там может быть и 2 часа, и 3 часа, и 5 часов может сушиться продукт. И все это время у вас вот эта вот коптильня, она будет занята, если она совмещенная. У меня почему получается быстро? Потому что
Есть сушилово-вялочные шкафы, но вы поняли, что у меня даже он не один, у меня их три, и поэтому я конвейером вешаю, тут у меня сушится, тут по времени уже подсохло, тут уже коптится, и вот этот вот цикл, он непрерывный. Только тогда вы достигаете вот этого вот оборота. Конечно, на начальной стадии, вот кто молодые коптильщики, там немножко для себя закоптить, там для друзей, знакомых, не очень заметно, но я вам... Прямо ответственно заявляю, как только вы включаетесь в процесс копчения, у вас сразу начинают расти объемы. Дальше. Что я еще хочу сказать? Вот я вам показываю вешало. Да? Есть здесь вешало побольше. Это основное, на которое все, как говорится, крепится, ложится. Есть потоньше. Сделан сушильно-вялочный шкаф таким образом. Понимаете, это разработка вот лично Вагана. Настолько он продуманный, грамотный человек в этом плане. Ну, что говорить, техническое образование. И занимается он коптильнями уже, по-моему, лет 20, наверное, на рынке эти коптильни. Так вот, он разработал вот именно такие вешала, которые очень удобны. Я о чем вам говорю? Продукты, они разные по длине, разные по толщине, вот. И возможность повесить их для того, чтобы они обсушились разной формы, возможно, только вот при таких вешалах. Вы можете здесь устраивать, понимаете, свои конфигурации, развешивать как вам удобно. Здесь у вас висит больше кусок, здесь у вас висят поменьше куски, или наоборот, здесь поменьше, тут побольше. Можно даже в одном ряду один кусок у вас длинный, другой будет покороче. То есть благодаря этим вешалам очень удобно размещать в этом, в сушилке продукт. Это еще, понимаете, ну, вам же нужно, те, кто будут коптить, вам же нужно побольше сюда повесить, правильно? Потому что я видела коптильни, вот, они вот совмещенные, сушилка с коптилкой, и там вот стационарные перекладины. И у меня сразу вот возник такой вопрос, думаю, а если у меня вот, ну так сложилось, кусок вот для копчения, который предназначен, человек мне заказал, например, или там окорок, или что-то большое, он не влазит в этот проем, а перекладины стационарные, это неудобно. Удобно, когда вот так вот целиком все свободно, и вы сами все варьируете. Еще, так как вы покупаете в комплексе оборудование, сушильно-вялочный шкаф и коптильню, вешало они подходят, понимаете? То есть вам не нужно снимать продукт с вешал, то есть они у вас тут посушились, колбаса, куры, утки, гуси, там, я не знаю, ребра копченые, и вы на этих же вешалах перевесили это в коптильню. Это тоже очень и очень удобно, чтобы не перекладывать продукт, ну вы поняли. Дальше. Нержавеющая сталь. Ребята, тот, кто думает, что оборудование для копчения может быть сделано из дерева, прям вот сразу отметайте этот момент. Прям я вам серьезно говорю, это все ерунда. Только нержавейка, только обязательно, чтобы все промывалось с чистящими, с моющими средствами, потому что копчение это всегда жир, это всегда соль, это всегда мокрый продукт вешаешь, это все капает со временем, ну... Со временем это все будет у вас просто-напросто грязное. Из деревяшки. Как бы вы ни старались, как бы вы там, какой аккуратист не были, вы это все не промоете. Ну вот она новенькая, глянцевая, да, сушилочка, нержавеечка вся блестит. Ну, в общем-то, у меня и старые сушило-вялочные шкафы, они в таком же состоянии. Потому что что нержавейки будет? Ничего. Каждый раз после копчения, после обсушки, я вижу, что запачкалось, все, помыло, вытерла и все чистенькое, аккуратненькое. То есть соблюдаем все, как говорится, санитарно-гигиенические нормы и по стандартам пищевое оборудование обязательно должно быть из нержавеющей стали. Но я теперь уже учитель, как учительница у доски, я вам, понимаете, указкой буду показывать. Обратите внимание, что есть терморегулятор. Вот, терморегулятор нужен для того, чтобы поддерживать температуру. Вот, при обсушивании до 40 градусов. Вот сеть, вот нагрев, пожалуйста, вы все это включаете. И даже в холодное, ну, зимой, вот, для того, чтобы перевесить в коптильню продукт, он должен быть подогретым. Нельзя вешать холодным. Вот, все вам, понимаете, все тонкости рассказывают. Слышите, как это
Понимаете, как этот вентилятор начинает мощный поток воздуха. Если сюда встать, ну я не знаю, если бы я была сейчас такая с помытой головой, можно было бы тут волосы посушить, вы бы видели, как они разлетаются. В общем, направленный мощный поток воздуха, вот, он очень хорошо до самого низа продувает, вот, и просушивает ваш продукт. Ну, я уже выключу, вот. А то он работает очень громко. Так вот, если вы поставите обыкновенный вентилятор, он у вас не даст такого направленного потока воздуха. Потому что, видите, замкнутое здесь пространство, поток. Все, в общем, сделано так, как положено, так, как удобно. И это действительно удобно. И сушится быстро, быстро. Про то, что легкое, давай заканчивать. Да. Сушилка, это долго. Еще хочу сказать, что сушило-вялочный шкаф, он легкий. Даже я, женщина, могу его передвинуть абсолютно в любой угол, перенести даже из одного помещения в другое. Для чего это нужно? Ребят, ну мы с вами, я, конечно, понимаю, что в идеале у всех картинка, что у всех будут, знаете, коптильные цеха, все будет стоять стационарно, но, как выясняется из практики, да, зачастую нужно передвинуть. Я, например, предпочитаю оборудование мыть на улице, мне так удобно, чтобы не заливать, здесь у меня нет слива стационарного, и поэтому, чтобы не развозить здесь вот эту вот, ну, как сказать, мокроту, я это все выношу на улицу, даже зимой. Выносится все легко, быстро, моется, вот, и заносится обратно. Я считаю, что это большое преимущество. Опять же, куда-то перевезти, кому-то дать коптильню покоптить, потому что я вам говорила, что у меня есть маленькая коптильня на 25 килограмм, у меня ее периодически люди просят для того, чтобы, ну, закоптить. Мне некогда, а людям нужно, и, в общем, мы там договариваемся, и они ее забирают. Она абсолютно легкая, сушило-вялочный шкаф тоже легкий, вот, и это, я считаю, удобно. Неудобно, когда вы поставили, и все это намертво. Жизнь у нас, понимаете, динамичная, сегодня нам нужно одно, завтра нам нужно перетащить в другое, и это всегда очень и очень удобно. Ну и внешний вид, пожалуйста, для того, чтобы вы представляли, что, в каком виде вам придет. Вам приедет вот такая вот красивая коробочка. Вот, хотите пленку, снимайте с этой, с сушило-вялочного шкафа из коптильни, хотите, можете оставить. Ну, как сказать, прошлые сушило-вялочные шкафы я обдрала вот от этой вот пленки, ну, а вот этот вот пока покажу, поберегу немножечко, вот. Здесь даже вон нарисованы рыбки, фирменная марочка коптильни «Москит», без заземления не включать, но я вам открою страшную тайну, заземление мы сделали только в прошлом году, а до этого я коптила без заземления. Ну, с мерами предосторожности, конечно, одевала резиновую перчаточку, и все было прекрасно и замечательно. Замки удобные, все плотно закрывается, вот, и, в общем-то, сушило-вялочный шкаф готов к работе. Я сейчас здесь буду заниматься своими делами в мясной комнате. Значит, сушило-вялочный шкаф, я вам прям при весь процесс рассказываю. Я повешу сейчас мясо и кур, и уток, чтобы они обсушивались. А здесь у меня уже идет процесс прогрева. Пока еще тут дыма нет. Но посмотрите, какая красота. А? Ну, разве это не впечатляет? Вот, ну про коптильню, про устройство коптильни я вам буду рассказывать чуть-чуть попозже. Сейчас у меня тут, видите, процесс прогрева, и поэтому мы с вами долго сюда заглядывать не будем. Ну, по причине того, чтобы температура не падала. Мне же все-таки нужно, чтобы технология соблюдалась и продукт был нужного качества. Вот как раз вы видите, я только перевесила из сушило-вялочного шкафа. Абсолютно обсушенные палки колбасы. Теперь они у меня тут прогреваются. И дальше, как только они дойдут до нужной температуры, я подброшу щепу, и процесс копчения начнется. Вот, а это новенькое, прям вот только-только-только из, как говорится, из упаковочки. Смотрите, чистота какая, красота. Все у меня в идеальнейшем состоянии. Ой, и мне так приятно вообще, просто нет слов. Коптилочка стоит открытая, тут у меня колбаса. Так, подожди, а это что, это куры? Да. Копченые? Да. А, ну все, ништяк. Давай чуть-чуть их задвинь. Просто сбоку вот так вот двинь их. Уйди. Так. Все, подожди маленечко. Проверим, что у нас тут в коптилочке. В коптилочке у нас уже готовая колбаса.
Ой-ой-ой, новая. Новые полозья плохо едут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Конечно, когда сто раз вот так вот задвинешь, выдвинешь, они уже ездят хорошо. А эта новенькая еще не притерлась железо. Смотрите, она уже остыла. Вот, красивая, копченая, настоящая домашняя колбаса. А многие из вас теперь умерли и захлебнулись слюной и скажут: ё-моё, сколько колбасы у Дианы Строгой. Да, у меня вот столько колбасы. Благодаря замечательной коптильне «Москит» на 100 килограмм. Как меня Ваган уговаривал. Сначала же у меня была на 25. И когда он мне сказал: Диана, вам просто необходимо на 100 килограмм. Я так испугалась. И говорю: да что я буду делать с этой коптильней-то на 100 килограмм? Это же так много. А теперь мне вообще не кажется много. У меня уже две на 100 килограмм. И все они в работе. Так, а сушилочку я выключила. Потому что мне нужно посмотреть, как себя ведут тут. О, красоточки. Это они сейчас обсушиваются. Вот видите, уток. Я их после обсушки еще дополнительно пройду горелочкой, чтобы вот эти вот все маленькие эти волосики, я их опалю обязательно. Это сейчас предварительный этап. Вот скажите мне, как можно обойтись без вот такой вот сушилки? А? Ну как вы собрались вот таких вот уток целиком коптить? А я вам скажу. Вот вы обратите внимание, ну там, где вы ходите, где вы смотрите, как коптят. А коптят либо половинки, либо четвертинки, либо одни крылышки. Почему? А потому что просушить вот такую вот утку, просушить вот такой вот кусок мяса, а на минуточку здесь больше килограмма, некоторые куски и полтора килограмма. Это нужно хороший вентилятор и хороший сушило-вялочный шкаф. Вот я даже, я затрудняюсь сказать, сколько по килограммам здесь висит сейчас продукции. Вот, но много. Я вам открою сейчас вот на фоне этой продукции, на фоне этого сушило-вялочного шкафа, на фоне коптильни, вот, которая... Закоптила уже с утра у меня колбасу, и видно, что натуральное копчение, пожалуйста, вот она щепа, я ее засыпаю, это дымогенератор, но я вам все про него расскажу чуть-чуть попозже, про дымогенератор, это я к тому, что вы видите весь процесс, понимаете, я вам показываю от и до, как сушится, как развешивается, как коптится, куда засыпается щепа. 90% копченых продуктов, которых вы видите на прилавках магазинов, это жидкий дым. Как это делается? Берется продукт, он засаливается, потом он отправляется, ну, шприцуется, ну, в зависимости от рецептуры, что-то в рассоле, что-то шприцуется, вот. Дальше он отправляется в паровую печь и проваривается. Тоже в зависимости от рецептуры, от куска, там сколько положено по времени, ну, например, там час или два, проваривается до нужной температуры. Дальше горячим он достается из этой паровой печи и опускается на несколько минут в раствор, в воду с жидким дымом. Вот, тут же приобретает вот этот вот горячий продукт цвет золотистый, вроде как аромат дыма, но на самом деле это не натуральное копчение, это подделка, понимаете, под копчение. Это то, что продается в магазинах. Поэтому, конечно, этим производством, которые так делают, им не нужны ни коптильни. Зачем она им нужна? Потому что это долго, это трудоемко, это дым, это щепа, это технология. Но этим и отличается натуральный продукт от подделки. Здесь все полностью натуральное. Вот сейчас обсушится все как следует. Я уточек опалю. Вот, и в зависимости, ну, наверное, завтра утром они перекочуют в коптильню и будут уже коптиться. Ну вот, я вам как раз демонстрирую, как удобно, когда раздельно коптильня и сушильно-вялочный шкаф. Я повесила вчера вечером здесь уже закопченные утки для того, чтобы они остыли и обветрились. Вот результат, но это прям я вам несколько секунд показываю. Мы сейчас с вами откроем коптильню. Почему рассказывать про коптильню, когда она горячая, неудобно? Ну, потому что она горячая, и дверь открывать, из нее идет дым, поэтому пришлось вот мне дождаться, когда это все остынет. Вот, а здесь у меня всю ночь остывало мясо. Так, ну сейчас я вам бегло покажу, из чего состоит устройство самой коптильни. Вот вы видите, я вам показала ее новенькую, чистенькую, красивенькую. Такую, какая она у вас должна быть все время перед копчением. Сейчас прошло два копчения. Естественно, после двух копчений вы видите, что она внутри вся темная. Вот, оседает, ну понятно, что здесь происходит процесс копчения, оседает на стенках дым точно так же, как и на продукте. Поэтому, чтобы...
было удобно мыть, вот я вам и говорю, что обязательно коптильня должна быть из нержавейки. После этого копчения все будет помыто, все будет убрано. Сейчас я специально вам показываю, как оборудована коптильня внутри. Вот эта вот решетка, это острые электростатические иглы. Это именно те иглы, которые позволяют намагничивать дым на продукт. Вот эта вот сетка из этих игл, она находится в середине. Но ее можно убирать. Если у вас плотная загрузка коптильни, можно убрать. А если у вас, ну, небольшие такие, небольшой продукт, ну, например, там крылышки или бедрышки вы вот так вот отдельно коптите, то можно и оставлять. Еще быстрее будет проходить процесс копчения. Так, я оставлю ее, потому что она колючая. Такие же иглы находятся вот здесь, вот стоят по бокам. Все это достается, все это моется. Вот. И у вас коптильня будет чистая. Дальше. Я обращаю ваше внимание на вешало, на устройство вешал. Я вам уже говорила, что они идентичны с сушильно-вялочным шкафом, и поэтому удобно. Можно повесить абсолютно любой продукт на любой, на разной высоте. Вы просто перевешиваете. Также они вставляются, ездят по полозьям. Вот так вот выдвигается здесь все, задвигается. Тоже удобно. Дальше. Кто переживает, вот, особо переживательные товарищи, что к ним придет коптильня, и они не знают, что с ней делать. К коптильне идет инструкция, которая обязательно к прочтению. И производитель Ваган, он настоятельно всем рекомендует, чтобы не мучить никого никакими вопросами. Вот здесь даже написано, внимание, пожалуйста, прочтите перед началом эксплуатации. И здесь есть такой листочек, здесь просто краткое пособие. Инструкции для начинающих. Вот, просьба выполнить каждую букву данной инструкции. Все-все-все расписано, как нужно пользоваться этой коптильней. И если вы пошагово будете выполнять эту инструкцию, то у вас обязательно все получится с первого раза. Собственно говоря, у меня не было тогда такой инструкции. Вот, это Ваган уже по прошествии времени понял, что нужно все расписать пошагово. Я коптила с первого раза сама. Ну, вот я такая уникальная женщина, что я могу. Даже без всяких инструкций я просто-напросто чувствую мясо. Так, что я вам еще должна сказать, что коптильня это электростатическое, 4 в 1. Так, устройство электростатического копчения москит 4 в 1. Что это означает? Вы можете делать здесь два вида копчения, горячее и холодное, обыкновенным традиционным способом и с электростатикой. То есть горячее копчение тоже может быть с электростатикой. Вот. И холодное копчение тоже с электростатикой. Дальше мы читаем, разработано и запатентовано в России, да, на эту коптильню у Вагана есть патент, без заземления не включать, но это производитель обязан вас предупредить и рассказать вам о всех мерах предосторожности. И здесь вот это марка, это логотип коптильни Москит, комарик москитик с острой вот этой вот иглой. Это именно та игла, которая дает красивый ровный цвет копчению. Ну, так вот задумал производитель. Эта коптильня очень известна, но и работает он на рынке уже 25 лет. Поэтому я оставляю ссылку на проверенного производителя. И только на моем канале ссылка именно на тот сайт, который занимается производством и продажей. Ну и немножко по технической стороне этой коптильни. Вот это блок управления коптильней. Коптильня оборудована двумя тенами, соответственно, и двумя терморегуляторами. Вот верхний терморегулятор, здесь все подписано, нагрев камеры, пожалуйста, до 110 градусов. То есть этот терморегулятор поддерживает температуру внутри камеры 110 градусов. Дальше мы идем по включению, ну поняли вы, тумблеры. Дальше вот эта вот кнопка «Холодное копчение, электростатика». Вот все здесь понятно, все абсолютно. Ну, понимаете, производитель обо всем позаботился. То есть вы, грубо говоря, нажимаете просто-напросто кнопочки, и у вас все начинает работать. Вот. И дальше вот этот вот терморегулятор, он отвечает за нагрев зольника. Зольника можно разогреть до 350 градусов. Очень так мощно он у вас будет конкретно, но это нужно для тех, кто будет коптить на дровах, чтобы они там разгорелись и, в общем, начали дымить. Все электрооборудование, которое находится внутри вот этой коробочки, оно оборудовано предохранителями. Так что если даже когда-то через какое-то время у вас будет какой-то здесь, ну, сбой, перенагрев, то предохранители, они, в общем, не дадут случиться ничему страшному. Потому что я знаю прекрасно, что все боятся электрическое, вдруг замкнет, вдруг чего-то случится. Ничего не случится. Предохранители, они просто отключат ее и все. Дальше еще огромнейшее преимущество этой коробочки.
активнее. Сейчас я отсюда выйду и расскажу вам самое главное. И самое главное, вот просто-напросто самое главное. Я знаю прекрасно, что современные люди, даже те, которые живут в деревнях и хотят заняться копчением, они, ну, понимаете, очень падки на красивую картинку. И производители, они этим пользуются. Что они делают? Ну, допустим, вот здесь вот в верхней части я вижу коптильни, у которых разные разноцветные табло. Здесь мигают огонечки, циферки какие-то мигают. Все это завораживающе смотрится, вроде красиво, и ты думаешь, о, это современная, самая лучшая, самая красивая коптильня. Ребята, вот эта вот коптильня Москит, она самая лучшая. Во-первых, она самая лучшая по ценовой категории. Во-вторых, она самая ремонтно пригодная. А это в наше время самое главное качество. Толку от того, что вы купите красивую, со всякой вот этой вот навороченной или электрикой, которая рано или поздно все равно испортится, и рано или поздно вам нужно будет что-то поменять, что-то подлатать, что-то какое-то, контакт нужно будет заменить, и потом у вас это ничего работать не будет. Это однозначно. Я почему так говорю? Потому что я насмотрелась